жители, для себя мы взяли такую форму отчета «Почему?». Второй раз мы ее проводим. Выборы муниципальные депутаты у нас прошли в сентябре 2017 года. И для себя мы взяли отчетный период октябрь, с октября по октябрь последующего года, чтобы можно было четко сказать, что за этот год нами было сделано, что мы постарались, что не удалось и над чем продолжаем работать. То есть вопросы, они реальные, вопросы действительно не все складывается так благополучно, как хотелось бы, но тем не менее депутаты работают и не оставляют наказ жителей без внимания. Значит, за данный период, то есть с октября 2018 года по октябрь 2019 года, в Совете депутатов прошло 24 заседания. Они проводятся ежемесячно, в первый вторник месяца проводят заседания Совета депутатов, а также у нас бывают внеочередные заседания по мере решения каких-то насущных вопросов.